Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем. Да, добрый вечер. Сергей, Таганка, Айкейзис, позитивные вибрации. Хочется сказать, что Саша, но Саша у нас заболел. Мы его отправили отдыхать. И сегодня будем рассказывать, и уже рассказали про несколько продуктов DBL новых абсолютно, которых вообще еще в России даже нет. Только у нас есть DBL Synchros E50BT. Новые накладные Bluetooth наушники, недорогие, в США стоят около $150, у нас будут стоить 5 с чем-то тысяч рублей, я думаю, может быть даже дешевле. Модель молодежная, функциональная, ну и сейчас, прежде чем Сергей расскажет все остальное, я хочу сказать пару слов про новый дизайн-код фирмы DBL. Вы можете увидеть, что на чашках здесь большие буквы DBL. Как и на Charge 2. Во-первых, на чашках большие буквы DBL, чтобы вы издали могли увидеть название компании. Во-вторых, на оголовье DBL, чтобы вы, даже когда у вас наушники на шее, кто идет за вами, сразу видел, что это DBL. Мне кажется, марке стоило это сделать давно, потому что есть чем гордиться. Фирма известная, звук хороший, цена отличная, и нечего там делать маленькие логотипы, надо показывать, кто и что. А сейчас Сергей расскажет нам, что они из себя представляют? Да. Интересные наушники с интересным функционалом, как бы сам не ожидал. Что за наушники? Во-первых, это не пластик, это алюминий. Это прикольно. То есть. Но не везде там. Стандарт. Ну да, здесь есть и пластик, но вот это вот алюминиевые части. Кожа. Это кожзам. Кожзам. Назовем ее эко-кожа. Назовем ее эко-кожа. Мягкая, очень приятная в руке. Да. Давай посмотрим. Хорошая амбрашюра, мои уши, например. Амбушюра. Это слово никто, кроме меня, не может выговорить правильно. Мои уши полностью в них. Ничего не слышно. Хорошо, мне это нравится. Есть у них пассивное шумоподавление, то есть звук приглушается. Хорошо. То есть это очень приятно тоже. Что у них есть? У них есть Bluetooth. Они совершенно обыкновенным стандартным образом подключаются к вашему смартфону. Играть могут, заявлено производителем, до 18 часов. Это хороший цифра. В принципе, да, iPhone, по-моему, до 20 часов играет от одного аккумулятора, наушник до 18. То есть вам на целый день музыка обеспечена. Что еще? Даже если сел аккумулятор, не беда, есть вход 2,5 мм. Нестандартный вход, поэтому придется пользоваться либо кабелем, который идет в комплекте, либо докупать именно такой. Села батарейка, подключаем через кабель, слушаем дальше. То есть без музыки мы точно не останемся. 18 часов автономной работы – это вполне показатель достойный. То есть очень круто. Как наушники на шее – удобно, на голове – очень удобно. Все. Управление там находится, по-моему, на правой чашке все. Да, вот поверни голову в другую сторону. Есть управление, ну, да. Все. То есть плюс-минус громкость, соответственно, клавиши управления подключения к Bluetooth. Есть гарнитура встроена, можно через эти наушники отвечать на входящий вызов. То есть Вам не придется их снимать. Что понравилось? Новая функция Share. Правильно называется, по-моему, Share? Music Share или что-то Music такое, share, да. Да, что это за функция такая? У вас, у вашей девушки, у вашего брата есть такие же наушники. Вы слушаете трек, который вам нравится. Вы хотите, чтобы... И вы едете где-то там или вы летите. Хотите, чтобы ваш близкий человек послушал тоже этот трек. И вы просто нажатием одной кнопки расшариваете этот звук, который вы слушаете музыку, на наушники вашего соседа. Вы слушаете вместе одну и ту же музыку. Очень прикольная функция, то есть я такого, если честно, раньше не встречал. Либо же, если вы смотрите фильм, летите в самолете, смотрите фильм, вам не нужны всякие переходники, разветвители, чтобы разделить звук на двое наушников. Одели себе беспроводные наушники, отправили звук соседу, следите вместе с iPad, смотрите фильм. Тоже вполне удобно. Да, с iPad. Ну, на iPad смотрите, например, сразу отправили и все. Ни проводов, ничего, не мешайте друг другу, потому что некоторые смотрят по одному наушнику, и это, по-моему, совсем не очень приятно. Шум мешает. Что еще? 50-миллиметровый излучатель у них заявлено. Динамики. Премиум-класс, да. 50-миллиметровые динамики, премиум-класс наушники у них это идут. То есть звучание у них вполне должно быть сравнимо, я не знаю, с низшим классом, точно с отличными наушники. Качество звука неплохое, но это за свои деньги, как бы.
поддерживается подключение сразу к двум устройствам, надо еще сказать. Но в остальном, в принципе, это довольно типичная беспроводная модель, современная, недорогая. Смотри, дизайн, давай ответим. Red Hot Design 2014, то есть компания Red Dot. Apple получила. Red Dot, да, за дизайн. То есть только самые устройства такие получают такой значок. Это не просто так значок. Скоро у нас тоже появится в продаже. Вот, ну и, наверное, на этом все про E50BT. У JBL получилась хорошая накладная модель. У нас штатив делает все, что хочет, и поэтому немножко трясет. На это не обращайте внимания. Сергей, спасибо большое. Сейчас расскажем про следующую модель JBL для спорта.